вашему вниманию. В воротах сегодня Мартин Дубравка, Джоэ Линтон вместе в центре полузащиты с Джонджо Шелви. И нападение с первых минут представлено в лице Криса Вуда. Good luck. Cheers. Thanks. Hi. Good game. Good game. That's a lot. Good game. Hey, good game. Thanks. Good game. Cheers. Good. Итак, стартовый состав Брайтона. Стихия этой команды обороны, это понимают все, в том числе и в первую очередь соперник. Команда играет сугубо защитный футбол, с ней непросто играть, ей непросто забить. Такой стиль часто критикуют, но если ты умеешь обороняться против сильной и техничной команды... Привет всем с Сент-Джеймс-парка. Здесь хорошая погода, так что с нетерпением ждем начала матча. Георгий Черданцев и Константин Генич будут комментировать сегодняшний матч. Англия в прямой трансляции сегодня. Это премьер-лига. Ньюкасл Юнайтед против Брайтона. Великолепная атмосфера у нас сегодня. С нетерпением ждем начала матча. Ну и давай расскажем нашим телезрителям об этом футболисте. Проявит он себя в этой встрече? Ну, этот парень может включить скорость в нужный момент, и тогда никакая защита его уже не остановит. В стартовые 11 игроков Ньюкасла. Ты еще получаешь возможность провести пару опасных контратак? Почему бы и нет? Ньюкасл в 2016 году в третий раз в истории премьер-лиги вылетел из нее, но всего спустя сезон смог вернуться. Добротная команда Ньюкасл. Звезд неба не хватало никогда, но благодаря своей академии и умению подписывать игроков, которые становились кумирами болельщиков, любимая команда не только в Англии, но и далеко за ее пределами. Первый тайм начался. Идет атака флангом. Тут есть свободная зона. Пас вполне себе, но доработать надо. И ближе к воротам игра переходит. Вводит мяч у них. За мяч они борются. Шон Лонгстаф. Джоэ Линтон. Есть поддержка от атаки. Можно что-то придумать тут. И соперник позади. Немного сзади есть игрок. На него идет навес. Отдает мяч точно сопернику. И это мяч для вратаря. Сильным пас получился. Шон Лонгстаф. Киран Трипьер. Киран Трипьер. Шон Лонгстаф. Можно навес сделать здесь. Райан Фрейзер. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Пас дальше не прошел, перехват. Мяч переходит к сопернику. Джоэ Линтон. Переходят они в атаку. Так, неплохо. И пас точно сопернику. Можно выходить вперед, бей! А вратарь-то что творит, а? В центр штрафной пошла подача. Четко действует вратарь на выходе.
Стоп, машина. Атака завершена. Удар от ворот.